Добрый день, дорогие друзья! И как всегда с вами, сегодня у нас обзор, что я связала за неделю и что я получила за неделю. Итак, начнем. Самая главная игрушечка, которую я сделала, это вот такой вот жирафчик. Такая прелесть у меня получилась. Смотрите, какой классненький, с хвостиком. Вообще обалденный. Мне так он очень нравится. И моему сыну он тоже очень нравится. Так вот сюда. Или вот так лежит. Следующая игрушечка. Это пчелку, которую я доделала. Крылышки пришила. Вот такой вот сделала бантик. Щечки подрумянила. Так что вторая игрушечка тоже готова. Следующая игрушечка в этом же пчелином расцветке, только цвет горчичный, как у жирафчика. Я сделала вот такую вот прекрасную, милейшую сову. Это брелочек. Вот так. Еще, значит, у меня сначала давайте с этого начнем. Такая вот пчелка по моему мастер-классу. Я написала его сама, придумала. Это все вязаное, не пришитое. Это все вязано как бы одновременно. Единственное, что ставлены глаза и вышит ротик. Так что вот такая пчелочка у меня готова. По моему же мастер-классу написано и вот эта вот пчелка, которую я на той неделе показывала, с которой связалась. Вот эта малявочка связалась в этот раз с зелеными глазками. Так, давайте ее тоже сюда так поставим. Итак, еще одна игрушечка, тоже совушка. Такая вот прелестная совушка. Связана была вчера на прямом эфире у меня в Одноклассниках. Такая вот совушка получилась. Вообще прелесть. Мне так нравится вязать сов. Еще у меня связался один смайлик. Хочу сегодня второго смайлика сделать, чтобы была пара. Еще связался котик. Тоже по схеме совы, но это коты-колобки. Все знаменитые коты-колобки. Я подстроила свой мастер... Я взяла мастер-класс и подстроила под себя. Добавила... И вот такие вот у меня прекрасные колобки получаются. Дети в восторге. Еще одна игрушечка поменьше, осьминог. Смотрите, какой классный осьминог. Так вот, сделаю подальше, чтобы он весь помещался. У меня получилось. Его также можно носить в виде брелка или просто играться с детком. Так, сюда. К этому осьминогу у меня еще связалась вот такая вот радужная брелочек. Он поменьше, чем на той неделе был. Он поменьше. И здесь у меня не хватило пряжи. Я подобрала другую пряжу, которую попозже вам покажу. Это вот эта пряжа, которая на этой неделе была куплена. Это пряжа шелк с шерстью. Китайская пряжа, 50 грамм стоит в магазине, в лоскости 190 рублей. 180 или 190, сейчас уже не помню. И вот я добавила, чтобы довязать брелочек. Следующая игрушечка у меня хаги-ваки. Смотрите, какой классненький, разноцветненький. Это тоже брелочек. Я не стала больших делать, я сделала маленькие брелочки. Потому что у меня брелков очень мало на самом деле. И еще хаги-ваги связался вот такой. Смотрите, какой классненький тоже. Обалденный хаги-ваги. Вот их у меня два. Такой и такой. Сегодня, если получится, то свяжу еще другого цвета. И последняя готовая игрушечка. Это... Вот. Я
сегодня недавно получила пряжу. Нашла я на Авито женщину, которая продает в городе Сочи, у нее склад, и она продает пряжу Himalaya Velvet. Сейчас я покажу, как вот выглядят моточки. 220 рублей. Нет, 180 рублей она продает в магазине. 220, 230, 250. Вот один моточек у меня ушел на вот этого вот прекрасного зайку. Смотрите, какой классненький зайчик. Даже сюда не помещается. Ну, вот так вот сбоку. И последнее, что я сегодня вязала и не довязала, это вот такой будет пухленький-пухленький котик. Смотрите, какой милейший. Трехцветный. Это трехцветный, это вообще символ благородства, да, защиты и тому подобное. Итак, давайте немножечко игрушечки в стороночку поставлю и продолжим насчет пряжи. Что я получила? Я получила на этой неделе опять гамму Синтепон наполнитель в шариках. Купила трех цветов. Вот этот цвет ярко-розовый мне понравился. Вот ярко-желтый и такой голубой цвет. Очень классный. Это все Himalaya Velvet. Это то, что я купила на этой неделе. Также я вот купила на этой неделе пряжу китайскую, шелк с шерстью 50 грамм. И также купила Alize Cotton Gold пряжу вот такого расцветка. И еще я купила вот такие вот пакетики, 100 штук, стоит там 202 рубля. И вот такие пакетики, 100 штук 220 рублей, это стоит 100 штук 100 рублей. И купила еще вот такие пакетики, они стоят 350 рублей, большие для упаковки, если людям надо, чтобы, ну, упаковать. Так что вот так вот раскрылась. Так что на этой неделе я связала вот столько вот игрушек. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот.